Листая старые альбомы, рассматривая поблекшие фотографии, на которых время остановило свой ход, я размышляю о будущем. Каким оно будет, это будущее? Что мне предстоит увидеть и через какие испытания пройти? Что я буду делать для Господа? Что Господь будет делать для меня? Я не знаю. 20 лет назад, 4 ноября 1996 года, в Одессе открылся Мессианский еврейский библейский институт. Два десятилетия прошло, мир изменился, но я рассматриваю старые фото, и кажется, что это было совсем недавно. Десятки людей из разных городов и стран оставили свой привычный уклад жизни и приехали в город у Черного моря. Такие молодые и веселые, полные оптимизма и веры. Со многими из вас я знаком, с кем-то учился вместе, с некоторыми служил, а кто-то так и остался для меня загадкой. Было много хорошего и полезного. Победы и поражения, надежды и разочарования – все то, из чего состоит наша жизнь. Для одних учеба в институте стала началом плодотворного служения, для вторых – прочным фундаментом жизни. Время не стоит на месте. 20 лет назад в Одессе открылся Мессианский еврейский библейский институт. Жизни сотен, а быть может десятков тысяч людей в разных городах и странах были изменены через проповедь и служение выпускников института. До скорой встречи, дорогие выпускники, в мае 2017 года в Одессе.